До сих пор у этого человека зимняя резина. А как вы меняете свою резину? Что вам дает понять, что уже пора менять резину? Стабильная и положительная температура. А почему вы сами пока еще не поменяли резину? Сам почему не поменял? Потому что меняю сам лично и хочу помыть машину и совместить это с заменой. Приятное с полезным. Да, то есть и самому не замораться, как бы, и одновременно резину подготовить на хранение, чтобы было удобно. Вот. Когда устойчивая вот такая весна, уже лето, прям совсем снег везде стаял. И если я уверена, что я не поеду ни по какому бездорожью, мужу скажу, наверное, пора, шуршит и мешает. А почему еще не поменяли резину? Ну, можно ожидать всего что угодно и снега в мае. Когда снег будет, когда голый асфальт везде. Только голый асфальт и все. Но если будет, мало ли, гололед, снег выпадет, все, сиди дома, никуда не выйдет. Тепловой режим, температурно. Градусов после 10, как бы, и чтобы заморозков по ночам не было. А если ночью гололед, что будете делать? А что ночью ездить? Ночью надо отдыхать, днем работаем. Многие меняют свою резину только тогда, когда видят сухой асфальт, плюс 15, стабильную теплую температуру. Сегодня об этом нам сказали многие. Но некоторые люди меняют свою резину только когда увидят голый асфальт. Но это же не является признаком. Как мы знаем, в нашей стране, Россия, иногда бывает климат переменчив. Иногда у нас может в апреле пойти снег, в мае может быть гололед. Ночью температура может опускаться до минус 2 градусов. Многие жители сегодня нам посоветовали просто вообще никуда не выезжать и дожидаться теплой температуры.